Гамморуз – это рачок бокоплав, обладающий высокой питательной ценностью и содержащий большое количество каротина и каротиноидов. В естественных условиях обитания водные черепахи с удовольствием лакомятся гамморусом, и эту полезную привычку питания желательно сохранить и при домашнем содержании черепахи. Гамморуз, как богатый источник витаминов и белка, является прекрасным дополнением рациона и очень нравится черепахам. Однако не все рачки одинаково вкусные и полезные. Если вы придете в зоомагазин за гамморусом, то вашему вниманию предстанут две его разновидности – русский и китайский. И вот что особенно интересно. Китайский гамморуз весит больше, чем русский. Однако пусть это не вводит вас в заблуждение, его питательная ценность гораздо ниже нашего аналога. Дело в том, что у китайских рачков более крупный панцирь, но панцирь не несет в себе питательной ценности, а значит, его масса не так важна. Русский гамморуз, несмотря на более легкий вес, по факту крупнее китайского, и, соответственно, гораздо больше ценится на современном рынке. Теперь мы знаем, что выбирать лучше русский гамморуз. Но страна производства – не единственный важный показатель качества продукта. Важно отдавать предпочтение проверенным брендам, чтобы не волноваться за безопасность корма для вашего питомца. Не забывайте, что плохо очищенный, некачественно расфасованный и неправильно хранившийся гамморуз может привести к серьезному отравлению и представляет опасность для здоровья и даже жизни черепахи. Надежные бренды уделяют огромное внимание каждому этапу производства и последующей фасовке рачков. К примеру, уникальная технология очистки компании Фейри позволяет удалить мельчайшую пыль и, казалось бы, незначительные загрязнения. После процесса отбора и очистки рачки упаковываются в стеклянные банки, обеспечивающие правильное хранение и исключающие загрязнение и порчу продукта. Кстати, этот популярный бренд использует исключительно российский гамморуз и гарантирует 100% качества. Ни для кого не секрет, что правильное питание является залогом крепкого здоровья и продолжительной жизни. Самочувствие наших подопечных напрямую зависит от нас, от продуктов, которые мы для них выбираем, и режима питания, который мы выстраиваем. Подходите к такому делу, как кормление, ответственно и берегите своих маленьких друзей. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.